Всем привет, дорогие друзья, дамы и господа. Давайте быстренько для видосика откроем наши конты, которые давали за просмотр великолепнейших игр, где победил великолепнейший Seven Star. Я, правда, два конта случайно открыл, но это случайность. Или вот тут, короче, какие-то я конты случайно открыл, но там ничего не упало. Начнем с кастомизации. Хочу фон профиля вот эту вот анимешную девку, огнепердун и еще этого демона, который летает. Погнали. Говно. Анимированного. Ну, хотя, может, у меня такого нету анимированного. Ворвана. Это говно точно распылю. Распыление. Фиолетовое я распыляю все, оставляю только леги. Распыление. Ну, я вообще не верю этим контам. Распыление. У меня вроде такой даже золотой есть. Щукозавр миллионный. Распыление. А, да, это будет распыление, скорее всего. Болотная лощина. Говно. Рассмотреть не буду, там не анимировано ничего. Арбалет есть золотой. Ну, недвить могучий. Ну, пусть будет. Хотя бы что-то. Но я вообще не верю в эти конты. Блядь, еще один щукозавр. Пон-пон-пон, лютый пон. Латушка есть. Уда! О-о-о! Я даже забыл, что тут муха железная есть. Железная муха — это очень хорошо. Я не помню куда, но я вспомню, куда я хотел ее повесить. Отлично, железная муха красивая. Повезло, повезло. Установка на что-нибудь советское поставлю. Я не очень люблю эту красоту. Но муха железная красива. Теслаган. Тут было время, их давали прям толпами. Вроде и круто, а вроде... Что-то я зажрался, да? Лучше бы муху еще одну. Слушай, сыпет нормально. Не считая, конечно, говна аватарок. Так-то сыпет нормально. А, еще сюрикен, спасибо. Все, спасибо. Леста снова ставит стримеров на место. Боевой бздух. Королевская кобра. Понял. Ну, Зоркий глаз вроде не было из этой коллекции золотого. Стальная крыса. Не помню, была ли. Кажется, да. Да блин, этот самым первым выпадает и в конце. Ну, много пыли этой, но я ее сегодня тратить не буду. Пусть скопится. Нахуй мне не упала эта Америка. Тоже второй, тоже, кстати, американский. Светильник Джека. Давай, Джек. Так, какой из них круче? Из них круче вот этот. Мы его оставим напоследок. Давайте откроем 15 огромных контов. А залива компес в чем падает? Да тут ни от чего не упадет компес, да, золотой? Ну, давайте Е4, ладно, соглашусь на Е4. Дорогие мои друзья, согласен на Е4. А, да? Я буду нажимать. Ну, не, ну что, бустеры фиолетовые, по кайфу. Слот в ангаре, ну пусть будет, как бы, не надо будет за голду покупать. Ну, мне нормально, меня устраивает. Фиолетовые бустеры, свободочка. Мне кажется, сыпет неплохо. Перезарядка снаряжения, конечно, такое себе. Чё снаряжение? Поздравляем, спасибо. Нормально, нормально. Еще свободки. Я, кажется, опять что-то сломал у них. Еще свободки. Пойдет, пойдет. На халяву. Как-то сразу себя чувствуешь, да? Мужчиной. 920 голды. Просто ни за что. Дай бог здоровья разработчикам. Спасибо. Ну что, отсюда мне нужен только... Вроде бы только FV-201, вот этот вот А45, семерочка, это никчемная. Вроде только он. Обалдеть. Ну что, открутки пошли? Волна энергии, кстати, красивый. Я его помню. Он анимированный. Нет, некрасивый, я его не помню. Сертификат на Химеру X5. Сейчас будем С3 выкачать дальше. Опять волна энергии, опять X5. Это тоже херня.
Слушайте, нормально сыпет? Вроде по мелочи, вроде как так... Ого, как много. Что? Химера! Только она у меня есть. Кого? Кого? Вау, я сейчас трачу... Я трачу свою эту, блядь, любовь. Как это называется? Удачу. Я трачу удачу. Охренеть, голда. Тесла муха это. Да, 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 да. Все, теперь не только уквасает этот аватар. Да, мне дали Цезаря. Я Цезарю рад больше, чем Химере, потому что там один хрен в серебре компенсация. Цезарь, сюда. Хорошо. В чате пишет шиномонтаж. Как дела дома? Вроде такого нету. Нахилого кота. Уф, уф, уф. Темная сторона есть. Вот слушай, вообще. Вот, пацаны, поэтому... Это распыление. Поэтому надо копить конты. Вот, может, поэтому лестосы опять много. Темная сторона еще одна. Это что? Херота. Херобора. Еще два. Обалдеть, сейчас буду Цезарем гонять. Очень много говноаватарок. Очень много говноаватарок. Слушайте, ну я очень хорошо открыл. Очень хорошо. Дорогие мои друзья, дамы и господа. Муха. Простите, Теслаган. Говно. Еще какое-то говно внизу, да? А, пулемет. Вот это вот, сертификат, ему что-нибудь собралось? Куча X5-х во взвод попозже. Слот в ангаре, кстати, используем сразу, я то про него забуду. Ну, своими старыми глазами ничего не вижу, что можно было бы открыть. Да, сребро упало. Муха железная. Ну, муху железную я придумаю, куда повешать. Теслаган тоже. Просто охренеть, дорогие друзья. Я, честное слово, рад. Вот это да. Так, обменять одного. Ну, менять я уже буду не с вами. Дамы и господа, дорогие друзья. В бесплатном казино мне повезло. Мне не везет, когда я трачу бабки. Но везет, когда не трачу. Химера. Просто так. Ну, жалко, что Химера, а не тот танк, которого нету. Но все равно я очень рад. Два щукозавра. До новых встреч, друзья. Бэмс. Бонусный левел, так сказать. Распылил весь мусор. Давайте откроем на оставшуюся пыль. Чисто бонусом. Ну, все еще хочу вот эту мамзелю. Хотя я аниме не люблю. Ну и вот это мне нравится. Хотя вы вроде тоже бесплатно давали. А это что за мамзель? Ну, это поприкольнее выглядит. Хотя бы танк какой-то сзади. Ну, давайте, короче, крутим казино. Поихалы. Докручиваем до конца. Жоп. Там донат. Там донат. Продолжаем запись. Донат меня чуть не уничтожил. Спасибо, Макс. Продолжаем запись. Эх, поехали. Я это смонтирую потом. Дождитесь начисления. Ядовитое жало. Оу май. Зловещий клоун. Слушайте, прикольно, это ж чисто я. Сейчас опять петуха скинет, клянусь. Пылающий дракон! Кто понял, тот поймет. Ну, клоуна у меня, кажется, не было, на самом-то деле. Дикий буйвол был, но золотой. Быстро открой. Песчаный червь, говно, тем более фиолетовое. А сколько мне там и хватит открыть? Еще, наверное, парочку. Да, опять сломалось лесто. Опять сломал компьютерную игру. Или это мне сейчас подкрутка просто включена. Чекайте, фон профиля падает. Подкрутку врубили. Сейчас. Просто подрубили подкрутку. И идет начисление. Блять, ну что это такое? Ну, бан по железу или что?
Ваш запрос обрабатывается. Даже как-то вот это вот не смешно как-то. Ну что ты мне не даешь? Компьютерная игра. О, заработало. Все, сейчас пойдет. Не то крутят. Я не то имел в виду. Дорогие друзья. Да ладно, блин, оно все попереломалось. Да что это такое? Аниме фон профиля выпал, да? Пацаны пишут, что я доказушник. Снимаю просто видос в прямом эфире, так я пацанов вижу. Что это пруф того, что я сотрудничаю с Лестой. Да ёб твою мать, ну чё ты? Ты начинаешь. Последние дай мне посмотреть, и все. Ты гонишь игрок, он с кантомизацией так сложно открыть? Прям вот так сложно? Просто вау. Просто вау. О, что-то получено. Предметы, одна штука. А, ну вот, светильник Джек. Я его получил. Давай уже, игра, докручивай мне мой фон профиля. Я пошел играть в танковую игру. Я хочу потанковать танками. Ура, наконец-то. Светильник Джека. Пошел я в жопу. Ну, тут очень малый шанс чего-то выпадения, я особо-то и не рассчитывал. А еще у нас есть свой телеграм-канал, ссылка на него в описании. А это сообщение я записал без штанов.